Ütüktabullah bir döydülahtırım. Kündü canım sergem. Sakavit seriger ürün tunakı hıyak sargılağ günü ümitnen ehgini iş sürak bitten eğer delibin köngüllen. 50 saattan behege keskillah küstah hanabıtın uygulah olukko julur bütün tümeri hıyak bütün üyetten üyeğe ilcek ellibit. Hıyak büt kent tühülgete sakavit seriger olurur baro muktarı somuk olur. Algıhı ütü elciti İngeriner köyü berer. Bu yılgı hıyakpı taptır doydu butuğar algıstak bollun. Kaz bir dibitiger, cek ergen mitiger, jolu horgunu toz koydun. Küs pütüger, küs eptin, er elbetin bör göttün. Saydı, hana holların arıydın. Уважаемые якутяне, дорогие сограждане, от всего сердца поздравляю вас с нашим светлым праздником ЭСЭХ. Сегодня вся родная Якутия согрета теплотой наших сердец. Мы вместе, всей республикой, встречаем наш жизнеутверждающий праздник. С древних времен, когда народ Саха обрел родину на этой благословенной земле, ЭСЭХ всегда был отражением эпохи. В нашей истории было много счастья, но были и тяжелые времена. Но всякий раз ЭСЭХ дает нам возможность осознать силу духа и стойкости народа. Мы веками живем на суровой земле, вместе противостоим трудностям, вместе радуемся победам, о чем возвещаем миру на праздничном Тюхюльге. Дорогие друзья, якутяне, сегодня мы вместе боремся с небывалой опасной болезнью. Мы поменяли на время свою привычную жизнь, поставив на первое место здоровье каждого человека, сбережение всего народа. Вот и сейчас мы отмечаем наш ЭСЭХ, отойдя от его традиционных канонов, не взявшись за руки в дружеском круге Асохая. Но я уверен, ничто не может преуменьшить радость любимого праздника. Он живет в сердце и душе каждого из нас. Я уверен, ничто не сдержит наше желание идти вперед. В самые трудные дни пандемии мы не остановились в своем развитии. Республика работает, строит, учится. Республика живет. И в этом заслуга каждого якутянина. Я искренне благодарю вас всех, дорогие мои. В это непростое время мы опираемся на героическое наследие старших поколений. В год 75-летия Великой Победы, в год патриотизма в нашей республике, мы помним и чтим легендарные эсэхи 1945 года. Они возвестили о победе добра над злом, славили воинов и тружеников тыла, не склонившихся перед грозным врагом и ставших победителями. Так и мы, их потомки, победим эту опасную болезнь. Уверен, испытания сделают наш многонациональный народ только сильнее, еще крепче сплотят нас всех. Жизнеутверждающий дух ЭСЭХа дает нам силы и уверенность дальше идти по жизни, трудиться и созидать ради счастья и благополучия каждого якутянина на благо родной республики и всей нашей великой России. Дорогие друзья, после зимы всегда наступает лето, и вечное солнце ярко освещает нашу родную землю, всю нашу жизнь. Об этом веками возвещает ЭСЭХ. Так пусть же светлый праздник укрепит в ваших сердцах радость и любовь, подарит душевное равновесие и благополучие, здоровья, мира, добра и успеха вам и вашим близким. Катанах дорубены жолу хоргуну байлы толугу сахам херен жона хергете. Тургурдун сахабыт сире, тургурдун улу Россия, уруй айхал!